Больше 2000 любителей бега собрались в воскресенье на традиционных соревнованиях. В Кирове прошла осенняя легкоатлетическая эстафета. В ней приняли участие ученики школ, студенты училищ, вузов, а также команды от предприятий и организаций города. Каждая команда должна была преодолеть дистанцию длиной почти 6 километров. Ее разделили на 19 этапов. В этом году практически вся трасса проходила через Октябрьский проспект. При этом старт и финиш были на главной площади города. Эстафету посвятили празднованию 80-летия Кировской области. При этом, отмечают организаторы, соревнования проходят чуть ли не со дня основания региона. Ну, вы знаете, это всегда праздник. Это в школах, это, по сути, открытие сезона спортивного, открытие спартакиады. Поэтому школы, вы видели первые забеги, по 37 команд участвуют. То есть практически все школы активно занимаются.